друзей из правостояния, с канала правостояния. Вот недавно увидел у них такой ролик, это просто какой-то ужас, ад. Вот, и сейчас вам его покажу. Там ребята приехали снимать репортаж про то, как резервируют парковочное пространство во дворах. Это про конфликты жителей двух соседних домов, которые не могут разобраться, где им парковаться. И каждая сторона считает, что их двор – это святая святых и только их земля. Вот. Они пытались разобраться, в чем же там дело, да? Но в итоге их там избили, сломали им камеру, разбили, в общем, неадекватные жители. Были они вместе с телеканалом «Москва-24», и там им тоже досталось. Ну, в общем, посмотрите этот ужас, обязательно подпишитесь на их канал, обязательно подпишитесь на этот канал. И в Инстаграме и в Телеграм-канале тоже подписывайтесь на нас. Все, смотрим дальше ролик. Добрый вечер. Можно? Здравствуйте. К сожалению, здесь тротуар. Вы здесь тротуар, товарищ. Все, я уезжаю, уезжаю. Было бы супер, спасибо. Одну минуту, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, в точку заехали. Могли бы перепарковаться? Давайте машину. Я знаю, знаю. Давайте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Опоздал, я выйду обратно. Ну, это не повод, чтобы заезжать, есть дорога у нас, здесь люди ходят. Спасибо. Поаккуратнее, до свидания. Дайте я там хочу стоять. Земля живу, понятно. И что вы хотите? Вы хотите здесь машину ставить? В том числе. Если ну и там ставьте, нету, пожалуйста. Ставите у вас. Да, вот я заезжаю, ставьте. И вот там. У нас вдоль дома. А смотрите, нет, сколько места. Заезжайте. Нет. Заезжайте, да. Сейчас пойдем. Если сейчас просто это провокаторы, просто пришел. А нет, что вы разбиваете? Нет, в чем вопрос? Вот. Она тебе не дает, знаешь, ты не дает. Выражение выбираем, мужчина. Мы на вы не переходили. На ты. Я дала бы тебе здесь. А вы ходил бы театр. Мы на вы не переходили. А ты не переходили. Заступники. Расскажите, пожалуйста. Смотрите, нам Ирина говорит, да, что общий двор, общая придомовая территория. Пришел здесь этот субочка. Какой? Водителю покажи, пускай поставит на мое место. Здесь же стоял две недели. Я стоял вот сюда. Смотрите, и когда нужно было писать письма о том, чтобы мы... Нам уже дверь стоит второй год уже. Свободное место я ставлю машину колесом. Это просто здесь, понимаешь, так просто. Ребята, займитесь чем-нибудь, найдите себе занятие. Это дебилизм, ходить по дворам каким-то дурным. Вот здесь была... Непонятно, что творилось. Мы писали письма, чтобы нам... Я, тебе, я старше не тебе, я ровесник твоего деда. Я тебе одну вещь скажу. На ты, скажу. Пожалуйста, меня, на ты не обращайтесь. Я тебе одну вещь скажу. Я дам с вами на уважение. Веди себя вот нормально. Живи вы тоже нормально. Себя нормально ведите. Ты что-то меня снимаешь-то? Да мне насрать, что ты снимаешь, блядь. Ну, вам насрать. Да мне насрать, что ты снимаешь. Покажешь, блядь, что... Да мне насрать, блядь, понимаешь-то? Так же, как и другие. Вам насрать так же, как насрать, что я снимаю, насрать на других людей вам насрать. Смотри на это дебило. Себя начните в первую очередь. Води театр, кино. Да не, не, не создавайте условия, что твой ребенок твои это услышал. Почему вы не написали, активисты?
Потому что нас дом разваливается. Почему вы об этом не пишете? Как нет, нет, дом? Смотрите. Да. А, видите, свой дом. Смотрите, а я... это, оказывается, хотите, наш я вам дом, скажу? Да? Нет, стоп. Ваш дом, ваша стоянка. Что вы ваш сделали? Дом, наша стоянка. Добейте, тогда, чтобы вам сделали капремонт. Мы добиваемся. Да. Общее но собрание нам... провели. Нет, ой, господи, моя хорошенькая. Че это, папа, мама с тобой делать надо ходить. Дечка, театр был? Театр была Дурова? Да, Дуро, было театр Дурова. Когда? Когда была? В зоопарке была? Нет, зачем тебе зоопарк? Папа с мамой ходят по дворам и для чего занятия еще? Вот какие папа, покажи. Не меня снимай, их снимай. Папа, мама, которые снимают, ребенка на разборки привели. 90-е годы вернули в Анскую. Че, разборки устраиваешь, дядь? Разборки с женой устраиваешь здесь во дворе. Кто-то с почкой повесит. Ребенка сними, театр води его. Зоопарк води, покажи театр. А что вы снимаете? Ну че там? Что? Ну пускай снимает. Пускай снимает. Слышь, она баб нету, они ходят чем-то занимаются. Вы так уверены в этом? Ну что там? Все? Хорошо снимаешь? Молодец ты какой. Ой, какой молодец. Я ты что такое? Сколько ты роста, блин? Какая метр разница? 20? Нет, а что это? 1.20 или 1.15? А? Что это? Ты пожалуй спортом занимался бы, ходил бы к им за... На то, что цепочка не... Ты же завтра убит во дворе. Какой он пьяный удар по голове. Вы убьете? Вы угрожаете? Глаза? Да нет, все, нет, пошла. Будет на этой Васильевской спуске там устраивали эти. Давайте ходили там болотные площади. Потому что им делать нечего дома. Они ходят, вы им делать нечего. Такие люди ходят там, чтобы разрушить там все это. Ну давай, ходи здесь. Ой, давай, на меня с моей машиной. Крыло с ними с моей машиной. Что мы стоит? С вами на ты кулаками, не зубами грызи крыло. Что тебе надо от моей машины? Стоит машина, твое место занял. Стоит свободное место, не заехал туда. Что тебе надо от твоей машины, блин? Чего это? От твоей машины? От твоей, зачем ты стоял, мне звонил, говори, что я твое место занимаю? Я тебе не звоню. А что ты снимает, это дебилой, блин? Выражение вырывайте, пожалуйста. По 144-й пойдет сейчас оскорбление. Имею право, общественное место, какой, голосом меня не повышаете. Ты рот закрой, блин, дебил. Сам сказал, закрой рот. Иди оттуда. Баран, блядь. Себя начни. Давай, снимай, 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 а то не снимешь, что не получишь ничего. Хочешь поговорить, подходи, вот. Да, 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 да. Я не слышу, подойди поближе. Еще, давай, давай, еще, еще скажи. Дебилы. Да. Скажите, если цепочку сейчас убрать ее. Уберите, уберите. Это знаешь, как это на чужое вот, рот открыть. У вас вон там 52-й дом. Идите туда, к себе. Ваша земля. Нет, у нас нету вашей земли и нашей земли. Ну в чем дело? Я не пойму, что вы за скандальный народ? У нас дома разваливаются, они за цепочки сюда пришли, а? Вы снимите, как у нас дом, он разваливается. Снимайте, вон, вон туда снимайте, извините, пожалуйста. Снимайте, вон. Власти довели дом, 20 лет фасад не ремонтируемый. А прибежали цепочку, ставьте машину, вам кто не дает. А что здесь делаете? Потому что все порядок наведите. Это вот интересный народ. Вот все как на чужое. Пойдем. Вы что, вам больше нечем заниматься? Водили бы ребенка какой-нибудь зоопарк, театр показали. Вы что, ходите? Да никуда не водите. Вы просто люди, которые... Ну снимай, снимай, снимай. Что будешь показывать? Буду. Буду показывать. Нет, а что тебе это легче станет? Легче. Лучше станет. Если лучше станет. Вы голос у меня не повышайте, во-первых. Нет, а то по 144-й сейчас пойдете. Что здесь сделал я-то? Какая разница, жалоба от жителей есть? Что ты взял, что цепочки я повесил? Ну я же не говорю, что... снимаешь? Имею право снимать. Мало ли что. Ну снимай. Какой ты имеешь право мне снимать? Общественно. Иди отсюда, блин, снимай. Руки убери. Я гражданин России, ты не имеешь права. Имею общественное место. Дебил. За оскорбление нападение 144-е. Ходишь, блин, на... Женя, выбирайте. Вот дома официально могу сказать, вот видите, граница, раз, по диагонали. На машину не пистать. Выражение выбирайте, мой мужчина. Спокойно вам. Легче стало. Приказываешь? Я не приказываю, я просто прошу, если можно убить. Приказываешь мне? Мы на ты не переходили. Ты приказываешь? Мы на ты не переходили. Да.
вопрос нет, да, никакого нет. Да, успокойся. Успокойся. Завтра мы знаем, откуда, кто заказал эту машину, кто вас сюда прислал. Как вы сюда попали? Отлично. Вот, местный житель заказал нам жалобу поступить. Это она здесь не живет. Не живет, да? Она не живет. Живет. То есть она живет в том доме. Здесь но. Есть другой двор. Это но. Другой двор. Сколько она вам заплатила? Много. По машине каждый раз. По Volkswagen. Конечно. По Volkswagen. Смотри, дали. Слушай, ты не Рома, отстаньте. Все, пошли отсюда. Ну что, давай. Я слушаю. Цепочку уберите, и проблем никаких нет. Нету. Там замок висит все? Нет. Ты сам цепочку убрал бы, ехал бы отсюда. Орехов Борисович жив тебе. Ну что? Комплекс, что ли, я не могу понять? Вместо того, чтобы скандалить. Жители центра Москвы или что? Роман. Роман? А ты знаешь меня? Маршрут Путин. Почему? Я знаю, что вас зовут Роман. Не, звонит. Ну, ты вообще не создали, есть мешкальщик и Россия, знаешь там? Ну и чего? Шкет, который ростом Виктор, метр... Вы известны благодарны. Мы скоро доедемся до метра 10. Покажи это по телевизору, кто ты. Вы не углажаете? Да. Углажаете. Роман, так вот, можно? Вы вместо того, чтобы скандалить с соседями. Что с тобой тут? Привет. Кто с кем скандалит? Я не с вами сейчас разговариваю. Не, а почему это не со мной? Я сейчас разговариваю, я не могу одновременно. Я вас вообще не знаю, кто вы такой. Ну, какие-то права еще хотите. Людям платили по 3000 рублей, приехали на машине. Ну, я не на машину. Они приехали на машину. По 3000 рублей. Это как такси получит 4,5. Он сегодня оказался не за склепку. Стоп. Тип. Давайте с другой стороны. Где место? Лили Григорьевна закрыла гаражи вот это вот. Почему вы к ним не пошли? Я ходил. Ну знаете, что? Почему? И почему не получилось? Стоп, почему не получилось? Потому что я пошел один. Я говорил всем, я вешал один. Вот так. Виноградова. Вот тогда вам не получилось. Да. Когда Виноградова делала межевание, когда она увеличила свою территорию, я, значит, дом уходил. Да мы же вас не выкидываем. Сейчас почему не один? Почему вы тогда не пошли? Мы же вас не выкидываем. Почему вы пришли один? Мы же не против, пожалуйста. Но мы сидим, получается, вот он дом, вот мы ставим свои машины. У нас 40 мест нам на положено, мы берем 12. Кем положено? Ну как бы для нас. Мы берем только 12 для себя. У нас вокруг нас еще берет соседние дома. Мы не против. Мы не против даже, чтобы вы пришли к нам. Вот там поставили, вот здесь поставили. Вам нужен ключ? Не надо, уберите. Дай сюда. Руки убери. Уберите, пожалуйста. Руки, не подходите, у вас 144-я. Уберите, пожалуйста. Сейчас по 144-й пойдешь. Не лезь к ним. Эти провокаторы пришли сюда. Не лезь к ним. Ай, блин. Все, я поехал. Я же тебе сказал, кто это такие. Иди домой, отдохни, блин. Кто такие? Сволочи. Ребятам дали по 3000 рублей. Кто-то из того дома. Вот этого дома. Дали по 3000 рублей. Наш двор не могли зайти. Да не по 3000, она по каждой неделе по машине, по Volkswagen дает. Не надо. По машине. Кто тебе машину дает? Кто такой? Кто тебе машину дает? По машину дает. Ты сам 3000 стоишь максимум жизни. 3000? Конечно. И то не стоишь, понимаешь? А сколько? А сколько? 1000? Нет, 2900 рублей. Ваш документ. Ваш документ. А вы кто? На каком основании меня снимать? Основание общественного места. Он гражданин России. Стоп. Ты не имеешь права его снимать. Он гражданин России. Руки убрали. Он гражданин России. Руки убрали от меня. Ваш документ. Руки. Ну сейчас давай милицию. Ваш документ. Давай милицию вызывайте. Ваш документ. Давайте, вот лежите. Роман, окружите. Не трогайте вы меня. Окружите. Давай. Вы не трогайте меня. Ваш документ. Да не снимай, на каком основании вы меня снимаете? Основание общественное место. Общественное место. Общественное место. Пожалуйста. Документы дайте, пожалуйста. Предъявите, пожалуйста. Документы дайте. Да успокойтесь.
успокойтесь, трогайте. Мы сейчас тоже будем снимать. Документ, да. Вы на как? Выключи. Выключи. Сейчас мне команде. Это что? Пресса. Хорошо. На каком основании вы пришли без предъявления? Разрешение есть? Согласно статье 29 Конституции, часть 4, каждый человек имеет право на сбор и хранение информации. Мне не нравится, что ты меня снимал. Второе. Журналистская деятельность, согласно закону, ответственность массовой информации, если вы знаете. Прежде чем руки распускать. Так, остановите. Вы препятствуете журналистской деятельности. Сейчас. Это уголовная ответственность. Вы не представились. Я вам представился по первому требованию. Вы меня попросили, я представился. Хорошо. Отпустите камеру. Это уголовная ответственность. Это блогеры, это люди, которые по статье 29 статьи Конституции имеют право на съемку, ведение и сбор любой информации на общественном месте. Вы сейчас занимаетесь чем? Камера ломает, все, сломала камеру. Она сломала камеру, все. Хотя уже. Какая статья ты? Какая? Сейчас мы стучит, а так. Все, сломал камеру. Вот, все, сломал. Это ты сломал. Ты сломал, ты видел. Столько свидетелей видели, что ты сломал. Вызывай полицию. Там полиция, власть. Все. Дикость просто. Сняли, ребята? Дикость, конечно. Сняли, ребята? Сколько платили тебе? Пойдет где куда надо, понял? Я журналист. Приехал. Журналист. А я жилет. А я жилет. Да, жилет. А ты женщину при мне еще толкал. Женщин толкали. Свидетели, знаешь, сколько свидетелей? Понял, нет? Журналист. Он такой. Поставал камеру, все. Держи камеру. Давай. Снимай, она пишет вроде. Да? Все, она же вон сделала. Да видно было, что она разбивает.